Неплательщиков ловили на дороге. Совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, судебными приставами, налоговыми инспекторами и сотрудниками прокуратуры прошел в городе Орехово-Зуево. Как оказалось, те, кто не платит по счетам, достаточно много. И 5 минут в рейде не прошло, как появились первые уклонисты. Виктор Гапонов, так сказать, давний клиент в службе судебных приставов. Мужчина коллекционирует не только неоплаченные штрафы ГИБДД, но и исполнительные листы от службы судебных приставов. Виктор Гапонов относится к так называемым лихачам на дорогах. Его нарушения уже больше года фиксируют камеры фотофиксации. Штрафы в письмах счастья приходят по почте, но сразу же отправляются в урну. Чего же вы не оплачиваете? Я считаю, что государство этому ничего не должно. Это оно мне должно. Это почему? Это если потом... вы нарушаете? Уберите камеры с дороги, не буду нарушать. Что значит? Вы должны по правилам ездить. Я езжу по правилам. Я считаю, что езжу по правилам. То есть вы считаете, что все штрафы выписаны неправомерно вам? Я так считаю. Если данный гражданин решил, что данное административное правонарушение на него составлено неправомерно, он должен был их обжаловать либо в суде, либо в органе, выдавшем исполнительный документ. Однако таких... У него обжалование со своей стороны не поступало. Превышение скорости носит более 10 км в час характер. Сами судите об опасности данного гражданина на дорогах. В отношении неплательщика составлен протокол и арестован мобильный телефон. Только по линии службы судебных приставов жители города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района задолжали государству более 130 миллионов рублей. Еще порядка 200 миллионов – это долги налоговой инспекции. И, внимание, совпадение или нет, но у каждого третьего остановленного в ходе рейда автовладельца не был оплачен транспортный налог. Платеж просроченный с 2015 года по начислениям за 2014 год. Это очень эффективная акция. В первую очередь она направлена на информирование граждан об имеющейся задолженности, об неисполненных исполнительных производствах по службе судебных приставов. Я думаю, что она будет эффективной, мы будем ее проводить регулярно. Также в рамках рейда проходила операция сотрудников ГИБДД по тонировке. Несмотря на то, что закон действует давно и большинство автомобилистов сняли темные пленки с передних стекол, все же есть те, которые эти правила не соблюдают. Очень часто на просторах интернета можно встретить жалобы автовладельцев на такие совместные рейды. Мол, не могут все и сразу все проверять. За соблюдением всех правовых норм следили сотрудники прокуратуры. Действует в рамках законодательства Российской Федерации. Организован надзор за работой органов исполнительной власти, в том числе по взиманию просроченной задолженности. Особым приоритетом отдается по задолженность по алиментам, задолженность по налогам и сборам, а также профилактика административных правонарушений. Сегодня проводятся мероприятия по профилактике данных правонарушений. Чтобы вместо пункта назначения не попасть на свидание к налоговым инспекторам или судебным приставам, правоохранители советуют проверять свои задолженности и вовремя оплачивать штрафы и долги. Так как подобные рейды станут в Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе регулярными.